Сегодня около 4 часов утра в полицию поступило сообщение о попытке суицида. По оперативной информации, молодая ангарчанка спрыгнула с Китайского моста. Перед этим она позвонила другу и сообщила о своем намерении. Парень поспешил приехать, но предотвратить самоубийство не смог. Ангарчанин увидел свою подругу, стоящую за ограждением. В этот момент 19-летняя девушка бросилась в воду. Парень сразу же прыгнул за ней, однако попытки найти ее успехов не принесли. После этого он позвонил в полицию. В настоящее время на поиски девушки задействованы силы полиции, спасателей и местных жителей. Известно, что накануне между молодыми людьми произошла ссора, которая предварительно и стала причиной суицида. По данному факту проводится всесторонняя проверка.